Привет, Олен, привет. Посмотри, какую я картину к выставке готовлю. Красота, муза, Ну, скрипка и доброе, мягкое лицо. Что хорошо. еще надо? Ну, а ты что не покажешь картину? Вот каждый раз, когда мы с тобой встречаемся, мне хочется посмотреть какую-то картину твою. Ты же тоже художник. Ну, я покажу вот в следующий раз обязательно что-нибудь интересное с моей точки зрения. Ну, психолог, ну, психолог. Асхай Магомедович, я 16 числа в пятницу в 7 часов по Москве запланировал мастер-класс, а называется он «Хочешь – будет». Речь о чем? Хочешь – будет. Речь о чем? Это не просто вам так. Речь о том, что когда мы можем регулировать и управлять своим состоянием и ситуацией, то желания сбываются, потому что мы в лучшей форме, мы излучаем позитив, мы молодые, красивые, уверенные, с чувством, что все получится и море по колено, когда мы управляем ситуацией. И вот своих подписчиков, своих гостей, кто будет там принимать участие, я хочу обучить навыкам саморегуляции по ключу, потому что это самый быстрый способ научиться лучше и легче собой управлять. Сбрасывать напряжение, давление, Понятно. тревожность, сон улучшить. У меня задача за один мастер-класс дать каждому свою схемотехнику действий, каждому участнику, чтобы они это применяли 10 минут в день и улучшали свое состояние, улучшали свое, укрепляли здоровье и омолаживались. Вот. Ну, слушай, ну люди же, понимаешь, каждый человек и так думает, что он хорошо управляет своим состоянием. Нет. Когда есть давление, ну, то есть надо расшифровать именно, да. То есть успокоиться, сбросить стресс, и давление регулируется. Это же психосоматика в основном, Ты давление. имеешь в А виду? тревожность, а беспокойство. Беспокойство. Как же человек собой управляет, если у него без причины беспокойство? Вроде как бы и все хорошо, а вот Понятно, понятно. волнение. То есть ты имеешь людей, которые иногда в стресс ходят, ну и там не досыпают, там или еще что-то такое. Ты таких. И иногда, и постоянно. И еще я имею людей сознательных, это следующая часть, которые еще не входят, может быть, в стресс, но на будущее они обучатся и не будут никогда входить в стресс. Или если будут входить, то будут быстро выходить, уметь это Я делать. понял. Слушай, будем ждать твой мастер-класс. Ну, там ссылки Пятницу. сделаем, ссылки сделаем. Я тоже сейчас готовлю вебинар. Я там буду говорить о том, как развивать интуицию и как развивать понимание некоторых вещей, которые человек сразу понять не может. И там принцип обучения. Знаешь, какой? Раньше же был принцип обучения, повторение мать учения, это Да. формирование шаблонов. А сегодня неопределенность, и люди не знают, как с этим быть. И поэтому я там... Ну, в общем, ты увидишь тоже. Слушай, а ты, может быть, у меня на вебинаре тоже покажешь прием. Очень всем нравится прием, как втянуть голову в плечи, потому что человек, когда Три в одном. Там руки... и дыхание, и голову в плечи, и кулачки. Три в одном. Я вам говорю, отпад. Я с радостью, если позовете. Да позову и Шейлу позови, она же величайший у нас психолог. Передам, передам. Слушай, Если у него ничего не хочешь я тебе запланировано, один то маленький тоже секрет, надо. хочешь маленький секрет раскрою, почему я часто на своих роликах, там на картинках, вот в таком положении. Вот в таком? Да. Это как раз-таки шаблон. Шаблон. Ты представляешь, я потом только понял, что я так делаю не только потому, что мне так удобно. А помнишь скульптуру «Мыслитель»? Ну вот как я сейчас. Нет, вот так он сидит. А, вот так. Ну, почти как я. Красота. Ну, Сука. интересно, да. Конечно, помню, он так сидит, вот Да так, не да, так серьезным, сидит, а так серьезным стрессы сидят. образом. Так. Вот так, Да, задумавшись, вот так. еще ножки подобрал, сидит вот так. Да. Ну, давай, я тебя обнимаю. Давай. А Будет я вас в дальнейшем приглашаю. Будет польза и время. радость, да. Будет время, приходите ко мне на мастер-класс. А не будет времени, не приходите, но я тогда к вам приду, раз вы меня уже позвали на ваш вебинар.
Давай, давай, лучше к тебе пускай приходит, потому что у тебя есть свои изобретения, у Шейлы есть свои изобретения, наша семья вообще, она как раз династия. Ну Ты помнишь, как в Медгазете в свое время написали «Династия Алиев». Так, ну давай, каждый со своими секретиками, давай. да. Да. Всем Целую. привет. До встречи. Пока.